Добрый день, уважаемые зрители канала «Двигатели Дуйнова». Сегодня 3 июля 2020 года. И у меня для вас есть объявление. Уже в начале следующей недели вы услышите официальное заявление компании «Совелмаш». Поэтому внимательно следите за нашими социальными сетями и информацией, представленной на официальном YouTube-канале. На этом у меня все. Желаю вам хороших выходных. Увидимся на следующей неделе.